Пол прям став. Вот купили машину, бля, в Кустанае. Какой Кустанае? За северным Казахстаном. Вот едем, гоним ее домой, блядь. Греется и все. Капот открыли, радиатора нету, блядь. Это чуметь. Это как так можно, блядь? Вообще нету радиатора, блядь. Скажем, вы что за долбоёбы, да? По малому кругу соединили. По малому кругу, ну, соединили. Машины тормозят, говорит, чем помочь вам, блядь? Я говорю, а чем вы поможете, если у нас радиатора нет? Он говорит, как нету радиатора, блядь? Ну, нету он молча, вот. Нету у нее радиатора, нету, блядь. Вот едем по малому кругу, как-то соединили, типа, туда-сюда, блядь. Водители останавливаются, они в шоке, блядь. А как вы, говорит, покупали, блядь? Ну так и покупали, как. Поехали вроде, тронулись, нормально все, блядь. Капоты не открывали. Капот не, ну не открывали, вот сейчас сказал, стоим, улыбаемся. Сказал, тросик не работает, блядь, не могли открыть. Сейчас открыли по неволе. Ну. Оказывается, радиатора нет. А. Отправь это видео ватсапом, блядь, до улетки. Вот казах сидит спереди. Он да, сам. Орломан, блядь. Орломан, ну он в шоке, блядь. Он уже замерз, бедолага, говорит. Как радиатора, говорит, нету. Молча, как нету. Вон нету радиатора, блядь. Вот пацан светит, радиатора нету, блядь. Снег мусор от есть, мусор отряхает он. Блядь. Вот купил себе машину. Блядь. Вот купил себе машину, блядь. Еще миллион отдал, блядь. Миллион отдал, ну. Пиздобол, блядь. Сейчас пацаны едут. Еще подумали, что-то дешево, блядь. Пацаны едут, радиатор везут, чтобы поставить радиатор в него. Вот так вот, хлопцы, если берете машину, сперва откройте капот, посмотрите, все запчасти на месте или нет, блядь.